Во вторник в актовом зале Института экономики и торговли трудно было найти свободное место. Там проходила 5-я отчетно-выборная конференция Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области». За последние 8 лет она включила в себя более 100 организаций. Среди них представители бизнеса, общества инвалидов, чернобыльцев и многие другие. Сегодня ассоциация – это действенный механизм, говорили региональные власти. В областном совете сегодня создан консультационный совет из представителей общественных объединений, где мы также решаем многие вопросы, особенно ветеранских организаций, молодежного парламента, взаимодействия именно власти и общества. Здоровья. Среди вопросов повестки дня четвертый стал наиболее обсуждаемым. Ассоциации предстояло определиться со своим лидером. Среди главных претендентов на эту должность Нина Лыгина. Она возглавляла общественную палату последние 3 года. Она уважаема всеми. К ней многие прислушиваются. Вот. Человек, который не торопится с принятием того или иного мнения, пока не обсудит его, опять же, сообща. В итоге Нина Лыгина была избрана председателем Совета Ассоциации общественных объединений большинством голосов. Срок ее полномочий истечет в 2015 году.